Всем добрый день. Хочу сегодня показать вот такую куколку, которую я связала по мастер-классу Фариды Дягилевой. Кукла называется Пуансеттия. Так как вот у нее цветочек вот такой вот здесь вот. Ну, у нее предлагается вышивка, но я почему-то вот захотела связать, но оформила немного по-другому. Здесь висят бубенчики такие вот. Кукла. Шапочка у нее снимается. Вот, ручки гнутся. Можно, ну, в какое-нибудь другое положение их. Ну, шапочка вот так. Вот такая вот она у меня красоточка получилась. Вот. То есть, сейчас я одену поглубже, чтобы не сваливалась. Капор у нее не сваливался. Вот. Связано две юбочки. Вот здесь я делала вышивку. Вот, вышивка. Вот. Жилеточка. Жилеточка. Юбка не съемная. Съемная только шляпочка. Ботиночки тоже не съемные. Там вот такие вот панталончики. Панталончики. Ой, простите, задела штативчик. Вот панталошки. Связано из хлопка мерсеризированного фирмы Вита. Как сама, ну вот голова куклы связана из шарма, Вита Шарм. Вот. Юбочка не шарм, я уже не могу вспомнить. Вот. Глазки я сначала, то есть вывязанные, потом я их посадила на клей, и вот здесь вот реснички вышила. Вот сделала легкий румянец своими румянами. Ну, я ими не пользуюсь, поэтому уж так на кукол. Вот такая у меня получилась красоточка. Мне она нравится. Вот. Миленькая такая девчулька получилась. Она на каркасе вся. Вот и ножки тоже можно согнуть. И ручки. То есть там в тело тоже вставлен каркас. Стоит самостоятельная такая девчуля. Ну, так вот ее надо, конечно, поставить, ну, установить, то есть она стоять будет, она у меня на полочке стоит, поэтому ничего не падает нормально. Вот, вот это вот Ярнард Камелия, делала обвязку такую кружевную, и жилеточка тоже вот Ярнард Камелия. Вот. Красоточка такая получилась. Сейчас покажу другую куколку, которую я вязала. Ой, по мастер-классу Ольги Архиповой. Сейчас покажу. Ну, там кое-какие изменения внесла. Вот такая вот у меня получилась. Как она там у нее, фиалка или как ли называется, я уже тоже не помню. Давно все это я вязала. Просто уж решила показать. Вот, вот это вот вышивка. Вышивка. Ну, это как бы анютины глазки, что ли, называю. Нет, не анютины глазки. Леонютины глазки. Ну, ладно, не в этом дело. Шапочка у этой куколки не снимается. Бабочка тоже вышивала на фетре. Потом я ее выстригала вот здесь по краю аккуратно. Край тоже обшивала ниточками Мулине ДМС. Ну, здесь такие вот стразики прилепила. Вот на юбочке тоже есть стразики. Вот. На ботиночках. Ботиночки. Ну, все у нее не съемное совершенно. Вот здесь я пришила фатин на юбку. Это так, чтобы пышность была больше. Такие панталошки. Прикольные. Вот. Сзади тоже. Фатин. Такая вот она.
Двойная юбочка также. То есть вот она, красоточка моя такая вышла. Здесь бабочка тоже маленькая вот такая. Также я ее вышивала сначала отдельно на фетре, а потом уже и ну, как при вот эту вот на шапочку тоже так же делала. То есть вот у нее ножки, по-моему, не на каркасе. Вот. Глазки также я вывязывала отдельно. Отдельно вывязала, потом я их также посадила на клей и реснички сделала вот такие вот трессы. Это кукольные трессы, волоски. Вот. Челочку пришлось выстричь, потому что здесь бы была как занавеска, и пришлось вот сделать так вот. Такая вот кукляшечка у меня получилась. Симпатичная девочка. Так, откладываем ее в стороночку. Сейчас я покажу другую. Так, сторонку. Так, а это у нас кто тут выглядывает? Это кот в очках. Кот в очках. Ой, простите, ради бога. Такой милаха, мягкий-мягкий. Вязала я из Ализе Махер Классик, что ли, по-моему. Так вот. Шапочку связала, шарфик. Шарфик снимается у него, у этого коти. Ну вот, ну уж снимать я не буду. Так вот, поверьте мне на слово. Вот, сзади шапочка переливается. Это из какой-то китайской пряжи я вязала. Там акрил с молока, что ли, написано так чего-то. Помпончики пришивала отдельно. На Алиэкспресс заказывала. Вот пришли мне такие помпончики, и я их сюда применила. Котечка тоже на каркасе полностью. Носик делала из полимерной глины. Запекала в духовке. Глазки покупные. Только что сделала я это маркером, их тут вот обвела вокруг, чтобы оно было более такие узенькие, на кошачьи были похожи. Ну, очки так уж надела. Вот. Довольно-таки начесывала я липучкой, липами, вот которые на одежду покупают, крепят липы. Я этой липой вот так вот прислоняла, где крючочки вот этой частью липы, и вот так вот дергала. Оно очень хорошо вытаскивается ворс, и потом мелкой расчесочкой причесываешь, оно просто такой вот пушистый-пушистый получается. Хвостик такой вот. Ушки пушистенькие тоже. Очень даже так это нормально получится, котеечка. Мордочка отдельно вывязывалась, пришивалась в голове. Усики сделаны из леска для бисера, по-моему, так называется. Вот такой вот котеечка у меня есть. Тоже стоит на полочке, радует глаз мой. Вот, сейчас я покажу еще игрушечки. Так, стороночку котеечку отодвинем. Так, это у меня два братика. Или две сестренки. Или сестренка и братик. Вот. Это я вязала по мастер-классу Елены Кузнецовой. Если я смогу ссылку поставить в описании под видео, то я на ее мастер-класс дам ссылочку, чтобы вы могли пройти. ВКонтакте, это у нее страница, и там у нее мастер-классы. Вот. У нее там группа есть своя, ну, все можно будет посмотреть. Связан вот этот вот, хотя, ну, они оба, в принципе, связаны из пряжи Нака Париж.
тоже так же я начесывала вот этой вот липучкой, липой вернее, дергала, ну, вот этот вот пух очень хорошо выправляется из петелек. И потом просто вот можно даже липой вот этой, тут пух не такой вот сильно прямо выраженный, ну и можно вот так вот липой даже причесать, он вот такой вот бычок. Вот этот рожки у него такие вот отдельно связаны, пришивные глазки. Тоже на Алиэкспресс заказывала. Так, прямо так нравится, как настоящие. Там вот такая штучка. Копытца. И очень миленький такой. Он как у него. И пузико, и попонька, и хвостик. Вот такой вот он. Забавный теленочек. А это все равно наверняка девочка у меня, потому что у нее вот такие реснички. Тоже голубые красивые глаза. Тоже связана из знака Париж. Вот такая вот. Очень, ну, приятная. Вот держать приятно. Пушистые, такие мягенькие. Игрушечки просто чудненькие. Вот. Сейчас я покажу еще. У меня есть, как они, бычки, коровки. Вот представляю еще вашему вниманию. Вот такая корова. Так, давайте вот эти вот теляток в стороночку отложим немножко, чтобы они тут не мешали. Вот такая вот корова. Тоже связана по мастер-классу Елены Кузнецовой. Связана из 100% акрила. Вот. Фигуристая девушка. Такая вот прямо стройная. Прямо такая с формами. С формами коровка. Вот. Рога у нее такие. Ну, это полностью все из акрила, 100% акрил. Реснички также. Вот это вот глазки я ей делала сама. То есть я распечатала с интернета, скачала шаблоны для глазок. Потом я их распечатала, выстригла. Заказывала на Алиэкспресс кабошоны стеклянные. Клеила сама. И вот потом, значит, вот такие сделала глазки с ресничками. Ну, то есть... Не так это трудно совершенно, можно сказать, и легко. Справится любой. Вот такая вот коровка. Красоточка. Елена Кузнецова предлагает там в одежде вот этих вот бычков, коровок. У нее они все там в штанишках, в рубашечках, в сарафанчиках девочки. Ну, я не стала вязать и лишить вот им одежку. Я хочу оставить так, мне кажется, так интересней. Ну, опять же, это ведь на любой вкус. Как-то так вот. Сейчас покажу юного кавалера. Парня. Вот. Такой вот у нас парень. Серьезный. Бычок. Вот такие у него рога большие. Достаточно, кстати, они не маленькие, вот эти вот коровы. Сейчас я покажу размер. Больше 30 сантиметров, вот если считать с рогами вместе. Где-то сантиметров 35. Получится вот такой вот бычок. Ой, бычок связан из Alize Cotton Gold. Да, Alize Cotton Gold. Моська, что-то тут. Моська у него, то есть, ну как это, нос или как это назвать-то у них, вот эта вот часть. Вот. Она связана из акрила, вот так же, как у коровушки. Глазки вывязаны, то есть не вывязаны, вот эта вот бровка вывязана. Это я связала просто как бы цепочку из воздушных петель и потом приклеила вот так вот над глазком и все. Бровки вышиты. Ушки такие. Ну, прикольные такие вот.
тоже такой же фигуристый, он у него какая попа, хвостик такой вот у меня. Интересные игрушечки, просто вот, ну, красота, да и только. В руки брать приятно. Очень приятно такую игрушечку брать в руки. Так, есть у меня еще одна интересная игрушечка. Сейчас я покажу. Так, есть у меня вот... Ой, простите, в кадр влезла раньше времени. Вот. Вот такая вот лиса. Лисичка. Вязала ее по мастер-классу Ирины Кистаевой. Канал у нее есть на YouTube. Вот хвостик. У нее такие игрушечки, просто загляденье. Платьишко связано, платьишко съемное, с ленточкой атласной. Глазки вот эти вот покупные. Тоже на Алиэкспресс заказывала. Только не знаю, подходят они к лисе, не подходят. По-моему, надо было другие немножко. Бровки вышиты вот так вот. Очень все просто. Носик тоже. А, нет, носик этот я делала из полимерной глины. Запекала его, опять же, в духовке. Ну, я наделала много носиков. Вот, на любую игрушку. То есть, маленькие, побольше. И ну, всякие такие вот разные. Вот, если будет кому-то интересно... Могу рассказать, как эти носики делаются, как и показать. Вот такая вот у меня лисичка. Красоточка. Просто красоточка. Так, переходим к следующему. К следующему. Вот, вот такой у меня связался единорожка. Единорожка связан тоже, а единорожка связан из Ярнард джинс, все и тельце, и вот эти его красивые, грива красивая, вот это вот, хвостик тоже, хвостик, голова, а вот это вот из Ярнард камелия, вот. Как вот жилеточку я вязала кукле вот из нее. Вот. Глазки, глазки, ну, обычные черные на штифтак, безопасные глазки. Вот. Вот это вот из Фоамирана. Как Фоамиран. Голова на штифте. Вот так вот крепление для игрушек покупала. И вот так вот крутится головка в разные стороны. Это все просто делается. Ручки, то есть вот верхние у нее лапки и нижние сделаны на нитином креплении. Вот, они двигаются туда-сюда, вот так вот. Головка крутится. Можно вот усадить игрушечку, повернуть головку в сторонку, и будет уже такой вот интересный вид. Вот. Такие миленькие. Стоят все у меня на полочке эти игрушки. Детки подросли, играть некому. Вот поэтому так вот. Но мне очень нравится их вязать. У меня их уже скопилось достаточно большое количество. Ну вот, стоят на полочке. Радуют глаза мои. Так что вот. Пишите, если кому-то что-то понравилось. Пишите, если что-то не понравилось. Все равно ставьте лайки. Ну, на этом будем заканчивать. До скорых встреч. Следующее видео будет не менее интересным. Ну все. С вами была Ольга. Канал мой назван «Вязаное хобби». Всем до свидания. Пока-пока.